Так как оно там оборвалось прямо посреди этой параши, в общем, немножко отмотню время назад, да. Для этой игры это, в принципе, нормально со временем играть, поэтому давайте. Кангтанг, блядь, делает свой Fatal Blue! Ам! На, сука! На самом деле, говно, блядь, смотрится какой-то... От умственно отсталый долбоебизм, блядь. On Twitter thought that was his fatality. Oh, yeah. Little do you know. They didn't realize the background and the lighting, how that all changes. Ну и что он стоит, блядь, давай. А, все, тут сейчас пиздешь. So I would say, пиздешь, мне нахуй не нужен. Combo, try it again. Try it again, motherfucker, yeah, motherfucker, motherfucker, yeah, motherfucker, yeah, motherfucker, yeah. Да быстрей, блядь, кудахтай, сука. Нахуя мне этот очкорик, блядь? Вау, straight roasted. Увидел Лю Кэнга, которого сам же сделал. Вау! Now Steve's gonna play against the computer and just do cool Liu Kang stuff till he gets to the end. Вот, сука, уже вторая часть, блядь, этого, нахуй, Combat Cast, они до сих пор не сделали нормальную, блядь, синхронизацию видео, блядь! Пидоры, блядь! Сука, говноеды, блядь. Короче, тут пизделка, блядь. О, стоп-эст. Блядь, сука, не порти впечатление так. Сейчас будет финалити, блядь. Да добей этого очкарика, пидора, блядь. На, въебало с ноги. Тун-тун-тун. Сука, 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 массаж, массаж, пидор, пидор. That's awesome. Да, блядь. Не, честно, смотрится по-уебански. Потому что, блядь, никакого, сука, интереса. Ну разъебашил он его и корпус, блядь, на миллионы частей. Ну и что? А сектор после этой хуйни в Mortal Kombat 9 еще и каждую часть, блядь, в мясо превратил. Нахуя это было, блядь? Ну смотрится, ну как-то, сука, по-мультяшному, блядь. Ну ладно, он там попиздил, повыбивал из него части, как бы. Пол беды, хотя такая же параша уже была и у Эрона Бляка, и у Бреки Брикс. Вот. Эта ж хуйня сейчас то же самое делает. Ладно, уже как бы пол беды. И рука его держит за мошонку, блядь. А? Неудивительно! Сука, даже после смерти, блядь, рука этого пидораса, блядь, яйцелапного, блядь, держит за мошонку, сука. Да так, что у него ж рука, блядь, аж загорелась, блядь, а лицо от боли корчится, сука. Ёбаный яйцелап, блядь, Пусси Кейдж, блядь, наверное, сука, кумир всех моих хейтеров, блядь. Те яйцелизы, блядь, и этот, сука, яйцелиз. Great. И останавливается рука прям на яйцах, вот даже не хочет уходить оттуда. Shot a bullet of energy through it. I mean, he's really powerful, the power of the human spirit. Там что, палец зашевелился только что, блядь? I love all the kind of the plays on the one-inch punch. Yes. Mm-hmm. Вот, смотрите, блядь, у них этот, название твиттеров идут. Записывайте в своих тегах, блядь, обязательно, иначе ж, блядь, какой-то один хуй не посмотрит ваше видео. Записывайте обязательно, обязательно. It's really fun. So that, I mean, you're giving... There he is. Wow, it's a good thing we... Ой, блядь. У Тибузя какое лицо у него, блядь, такое... Учу-чу-чу, блядь. Сука, вот это... Губки надул, блядь, щечки распухил, блядь, только залупы нет перед ебалом, чтобы покрутить, блядь. Такое ощущение, что верхней рукой над головой он держит чьи-то яйца, блядь, я так вот аккуратненько, да? А эта рука у него с этими, блядь, с какими-то тремя этими красными непонятными петушнями, блядь. Вообще, что это такое, какие у него шипы на предплечьях, блядь, почему шипы? Фу, блядь. We had that ready in Kung Lao ready, because everyone apparently that's what everyone. Everybody, that's what everybody's and saying. They're trying to looking at chat. Да давай уже, блядь! We didn't want to reinvent the wheel. It's the ability. Пидроёбка, блядь! Great in this game. Oh, oh,
Сам себя за сиську, блядь, помацал. Сука, ебаный извращенец, блядь. Ой, блядь. Leading Edge, блядь. Edge, сука, из рестлинга, блядь, взяли. Это погоняло там было у какого-то Edge. Шо у нас еблом, блядь? Ты, стойка у Кун Лао такая, как будто, блядь, в этих фильмах есть, в комедийных тупорылых фильмах, блядь, есть вот это такой, типа, этот, блядь, там вот это все, блядь, и он так стоит. 14 and 13. Блядь, что за бред сейчас происходит? Нет, что это за стойка, блядь, ля? И на фоне идет барака, такой недоумевая, что за хуйня тут происходит, блядь. А Кэна такой стоит и бать ебало прям ему в этот, блядь. Как будто вперед голову продвигает, такой, въеби меня, блядь. Какой-то, сука, больной долбоеб, вот смотрите такой, да? Ебло вперед вызвал, ему въебало с ноги прилетает сразу же. На, блядь, прям с ноги прилетело. Во! Вот это кадр, блядь! Кана в нужной позе. Multi-hitting attacks, multi-hitting screens. His jump is really cool. Very, is like forward jump without attacking. Oh, yeah. Это что за клетка висит вот на заднем фоне за баракой? Они что там, сов из Гарри Поттера прячут или что? Это что, косая аллея, что ли, блядь? Не пойму. Что за хуйня, блядь? Yeah, that movement's awesome. Super acrobatic. Может, здесь и Гарри Поттер будет, как DLC? Yeah, that's really good. He uses hat. Не, ну, Куни Лао, в принципе, вот это красное скрывающее яйца, вот это для восточных танцев, вот это платье, оно, в принципе, прикольно смотрится, ему как раз. His uppercut, his sweep, like the sweep. Апперкот, блядь. Ебать, как это, как Майкл Джексон, да? I'm being a jealous. Сейчас начнет, блядь, сука, вытанцовывать лунную походку, блядь. The way he catches it, so good. The way it goes around his body, like. Yeah. It seems almost like he controls the hat more in this game than he has before. Before it was more of him just throwing it and things like that, but now it seems like he controls it. Yeah, he definitely uses it more. 9 ударов, 20%, блядь. Пидор. Or in a martial arts way. There's a confidence about the way he uses it in this game, I think. Because truthfully, you have to be confident. Вот видно, когда он даже бьет какой-то вот комбе только что, да? Он так становится на одну ногу. Вторую такую подгибает под колено, по-моему, да, или под бедро. И руки по разным сторонам. Это классическая стойка ушу. Там есть одних из этих, блядь. Короче, в этом боевом искусстве есть такая стойка, в общем. Не буду сильно углубляться. If you're catching a hat with a blade. Right, that's true. You have to be comfortable with it. Yeah. All right, so his special attack loadout is, it's pretty much classic Kung Lao. Честно, вообще, блядь, никакого отличия нет между ним и Лю Кэнгом. Вообще никакого, блядь. Дохуя ударов лоу и все. Вот тебе весь, сука, персонаж, блядь. А почему они, кстати, не вдвоем, как принц и принцесса, блядь, на троне этого, блядь, Незерелма, блядь? А им бы шло. Кун Лао как принцесса, блядь, Лю Кэнг как принц. Они вдвоем посасывают шинок. Неплохо так сюжет. His dive kick meter burns super cool in this. Kung Lao without a dive kick is not Kung Lao. Yeah. Now the requirement for this one is interesting. It's actually hit two dive kicks in a row. So if you hit a dive kick. Вот этот вот dive kick смотрится прикольно. And let's say the. 12 ударов, 14%. Ебать, сука, мощный персонаж, просто мощь. The opponent's gonna do wake up attack and you bait it out, jump back, you'll get the crushing blow, which is just nasty. And when you have a dive kick, to do it two times in a row is pretty natural. I mean, да, если бы не эта хуйня Crushing Blow, блядь, это вообще тогда был просто пиздец. Эта хуйня хоть немножко урона добавляет. В общем, короче, вся игра построена на том, чтобы как можно, скажем так, надольше затянуть бой.
для того, чтобы постоянно выжидать какого-то момента, блять, постоянно выискивать, а потом наносить один точный удар и был crash and blow. Вот это вот будет вся механика игры. Комбы здесь, ну это опять же, я не играл, я вижу то, что я вижу. Комбы здесь носят вообще хуйню. Ну ебать, сука, нанести, блядь, 10 ударов и снести, блядь, 10%. Вы что, больные, блядь, максимум 20. Это просто, это дерьмо. При этом, при всем, блядь, у всех есть парирование, брейкеры, блядь, сука, зонинг, блядь, антизонинг и прочая всякая хуйня. Реально, игра просто сводится к тому, чтобы, блядь, вот выжидать. Ну, я имею в виду, если хочешь нанести какой-то нормальный урон. Или ты будешь пиздиться, блядь, до потери сознания. Потому что, блядь, игровой процесс очень сильно затянется. Фу, блядь. Реально, как под каких-то пидоров сделано, блядь. То есть не для тех, кто хочет реально, вот, скажем так, вот показывать свою мощь, да. А для тех, кто хочет просто быть долбоебом, блядь, и клацать на все подряд. Ну как раз вот для фанатов Кун Лао, блядь, это вот самое оно. Ебать, кинул шляпу, чтобы потом телепортироваться. В чем логика, блядь? У него что, шляпа, блядь, не может пройти сквозь пол или что? Дюкана как с иракезом стоит, блядь. Быдло, прическа, блядь, вот эта сука. Тупорылая, блядь. О, крутилочку дали, блядь. Ха-ха, 3 удара, 9%, блядь. 20 ударов, 30%. Пизда. You were trying to show me that one yesterday at your desk, and it was not working out well for you. I'm glad that I had forgotten that, and there was no pressure, because I forgot. По мне, так прошли два захвата, блядь, нанести, всю эту парашу вытворять. Так тут еще плюс энергия надо, блядь. Got to panic about doing that, so I was able to do it. Так, дальше, что там у нас? Oh. This advancing over... It does have a new animation, though. Это что было, блядь? Throwing the hat down is... couldn't be cooler. From teleport, he has a brand new move. Ooh. Oh. This advancing overhead. That's awesome. Ебать. Полет Рейдена, блядь, дали. Вообще супер, блядь. That crushing blow requirement. Что это такое, блядь? Ебануться. You have to do it. Полуполет Рейдена, полу, блядь, удар Тани из МК4. Obviously you to set it up. Want to duck it. Right. And then he has an overhead, which if you are ducking to not get hit by the throw or dodge blocking, you then get hit by the overhead. So you do the sequence while they're on the ground. You go for it again. Я не пойму, блять, их самих еще не подзаебало одно и то же делать, не? Oh, I must have already done it. Yeah, I must have already done it. All right, there we go. So that's his base loadout. Для того, чтобы взять Crash and Blow, твой противник должен быть лошарой, чтобы пропустить первый удар, а потом сразу же пропустить второй. Причем с телепорта, блядь. Как я реально перед этим говорил, да, противник должен просидеть 20 минут просто, блядь, сидя, через каждые 10 секунд наносить удар нижней ногой, а потом пропустить апперкот в сидячем положении, который, естественно, мажет, блядь. Тогда будет Crash and Blow. Блядь, ну реально выглядит именно так. Let's go over his abilities. This is where he gets super interesting. Real quick. So his abilities are... Да, что там, блядь? So this is one of them. Ёбаная шляпка, блядь. The second move I gave him is myself a lot like Luke defensive for cancels. Ну, Кварел, блядь. А, опять петушок из этих, из оригинальных частей. And this... Типа. I'm 100% all in. He has a stance where he's... Да, блядь, заебал. Taking the power from the great Kung Lao. Yes. And you strengthen ебать, опять парирование. His own result. And power. Would that be Grandpappy Lao? И еще, не дай бог, блядь, приемы, как у Кенши. I don't think... Кстати, звуки, как реально вот от ударов Кенши. I think it's his grandfather. I think it's way farther back than that. Great, 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 great Grandpappy Lao? That would be a... Они что, все-таки сюда, блядь, впихнули немножко Great Kung Lao, блядь. Да, в какой-то степени где-то немножечко, да? Мои слова сбылись.
Потому что я говорил, что они, возможно, сделают, типа, как великого Кун Лао в этой игре, по-моему, или как вариацию, я говорил, они сделают. Или вот как-то этим, ну, типа, в потоке времени, вот, что, типа, переместят его, великого Кун Лао. Ну и, в принципе, они немного как бы соединили, да, обычную, ну, как перемещение во времени, да, и в то же время одну из вариаций сделали реально вот как такую, что ли, полувеликий Кун Лао. Бля, да я больше напророчил, бля, чем все остальные сливщики, ёбаные, блядь. Question for Dom. Alright. We need to get to the bottom of this. Definitely tweet him and ask him which grandfather he is. Right. You definitely want to see. Grandfather, блядь. Yeah. Separation. Yeah, yeah, definitely tweet him that. Yeah, we need to know. Yeah. Ладно. О, это Hello? Это. Hello? Okay. I really like the startup shit. Because he's reminiscent of MKX. Ебаный в рот, пидор, 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 пидора. Ля, ебать, он чеканул по горлу, блядь. Они даже не умудрились, блядь, хотя бы разрез показать. Сука, реально, ну как пластилиновые куклы, блядь. А, that's awesome. Yeah, no, that would hurt. That yeah, would hurt. That... Ебать, а в предыдущей игре, блядь, такое убивало вообще. Фаталити было. I really like the fatal blows, we just own the fact that they're essentially fatal. Yeah, right. But right, because right. It's Mortal Kombat, Kane... А, то этот флажок у него сзади. Yeah, no, he'll be fine, he's just gonna get right back up. Блять, у него эта цветовая гамма, то ли как у флага Австралии, то ли у какой-то, блять, Новой Зеландии, то ли... Нет, у какого-то острова есть такой... Не, блять, вспомнил! У какой-то азиатской страны, то ли у Тибета, то ли у Таиланда, блять, вот такой флаг. Как у него вот этот цвет идет этого одежды. All right, so we should do a match with him? Yeah, let's yeah. Do it. Не, ну вот это еще хуйня, когда идет удар, но вот этот стык показывается, да, время удара, вот это какая-то хуйня. Реально Injustice, блядь. Me and Derek will talk a little bit. You and I don't. Сука, вместо того, чтобы вылетала нормально кровь, блядь, они делают такую хуйню. И опять же, да, то есть, блядь, они создали эту парашу. То есть они нагружают процессор постоянными вот этими, как его, вот этими анимациями попадания ударов, да, блядь, вместо того, чтобы просто сделать нормальное повреждение, блядь, и все. Идиоты, блядь. Have a lot of, we didn't play a lot, no. Yikes. Педик, блядь, сидит, блядь, хуйло, сука, и потом, блядь, нахуй уходит, блядь, и через свою шляпку петушиную появляется. Долбоёбик, блядь. So good. His expressions are so good. He has two great ones. When Beerus comes back. В общем, короче, хули смотреть, блядь. Обычный бой. А ну будет ли фаталити? О, фаталити, а ну, ща посмотрим, блядь. Вот в чем смысл, блядь? Он отрубил голову, блядь. Он фатал блоу делает ту же самую хуйню, он остается жив. The way he teleports. И опять, блядь, такая же параша. Кто-то до этого делал уже эту хуйню. А, не, подожди, это было в каком-то. Это. В каком-то трейлере было, что Кун Лао так делал, точно, я забыл. Спутал. Вот. Ну чё, блядь, могу сказать? Ну, блядь, ну пизда, ну фаталити какой-то ёбнутый. Опять разрыв головы, блядь, на две части распил. Тело на две части распилил. Вообще ни о чем, блядь. Down. We'll never get older. Ты что, даун, блядь? He looks so obnoxiously cocky. Yeah. Oh, man. That's kind of cool. Что у нас тут, блядь? When I saw the work, our design, animation... One brutal throw... А, еще Джакс, блядь! Сука, еще третий же гандон сегодня. He's definitely the coolest he's ever looked to me. Yeah. This... Let's just take a look. Yeah, let's go. Да сука, ёбаная мышка, блядь! Here's what I like about this. Блять, уже подвисает, сейчас закончится, блять, съемка, нахуй, видео, блять. Brutal throw and one just disrespect. Он что, много дрочил, блять? Не пойму, что у него такие руки. The way the opponent. Придушил его, блять. Ебанулся. Ragdolls after that part is so like, look at their arms, how they are out. Ладно, короче, блядь, продолжим тогда следующий этой, блядь, рассмотреть тут Кун Лао, сейчас третью часть тогда сделаю, блядь, будет Джакс. I love to go to sleep.